Здравствуйте, уважаемые зрители. Вы смотрите программу «Интервью на Томикен Бизнес». Меня зовут Диас Аркинов. Сегодня гость нашей программы – операционный директор сети АЗК «Газэнерджи» Мустафин Амар. Амар Трудович. здравствуйте. Здравствуйте, очень приятно. Очень приятно. Расскажите, пожалуйста, нам стало известно, что сеть АЗК «Газэнерджи» заключила сотрудничество с главным тренером сборной Казахстана по футболу Магомедом Адиевым. Можете рассказать поподробнее о сотрудничестве? Вы сразу с очень приятных вопросов начинаете. Спасибо. Мы на протяжении долгого времени помогаем развитию спорта. То есть мы являемся партнерами футбольного клуба «Астана», футбольного клуба «Шахтер Караганда» и хоккейного клуба «Борыс». Поэтому мы, как все казахстанцы, радуемся нашему перерождению, я бы сказал, сборной, да, такому боевому духу сборной, которую господин Надеев смог привнести в игру при этом я бы хотел сказать, что сотрудничество с Адеевым у нас будет проходить несколько в другом ключе. Помимо прочего, мы на протяжении всей своей истории поддерживаем благотворительный фонд АЛА и считаем себя социально ориентированной компанией, ответственной компанией. И нам очень импонирует, что господин Адеев в своей публичной деятельности огромное значение придает именно благотворительному сегменту. Вместе с господином Вадимом у нас запланированы ряд благотворительных акций. Мы намерены продолжить сотрудничество с АЭЛА, оказывать через этот фонд, оказывать новорожденным и доношенным детям по, по всему Казахстану поддержку. И вот в этом, именно в этом ключе будет проходить наше сотрудничество. пользу случая господину Адееву и всей нашей сборной, желаю огромных успехов того же боевого духа. Ну да, действительно, пожелаем нашей сборной Успехов! Все-таки в весной предстоят матчи со сборной Греции точнее матч со сборной Греции будем надеяться, что Казахстан пройдет на евро. Я а, уверен в этом. Мы тоже будем уверены. А еще хотелось бы поговорить о вашем новом YouTube канале. Все-таки стало известно, что сеть АЗК же открыла YouTube канал. И хотелось бы узнать, что вы там снимаете, каких спикеров подбираете, какой контент, в принципе, вы преподносится для населения? У нас довольно успешный опыт развития контактов с клиентами через социальные сети. Основной приоритет мы изначально выбрали для себя платформу Instagram. Там у нас около 70 тысяч живых подписчиков, мы никак их не накручивали, и этим гордимся. У нас постоянное общение, мы чувствуем нашу аудиторию, чувствуем запросы. И в один момент мы запустили серию игр, связанных с правилами дорожного движения. То есть мы мотивировали наших клиентов, которые являются автолюбителями, к большей безопасности на дорогах через знания ПДД. И это нам подсказало идею для нашего YouTube-канала, который, mm -hmm. на мой взгляд, растет с очень хорошими темпами. Там мы выбрали для себя сферу... Осведомленности водителей, больше безопасности не на дорогах через знание правил дорожного движения, через понимание технических особенностей своего автомобиля в различных погодных условиях, плюс к этому осведомленность о видах топлива, да, то есть что делать, если вдруг по какой-то причине в бензиновый двигатель попал дизель и, и в обратном направлении. Поэтому мы приглашаем очень разных спикеров. Мне нравится формат подачи материалов. Он лаконичный, простой, понятный. И то есть вот именно развитие осведомленности у наших клиентов через вот эти знания мы считаем вот приоритетным направлением для нашего YouTube-канала. И чувствуем отдачу от зрителей. Угу. Ну, действительно, знание о том, какое топливо необходимо заливать в автомобиль или же правила дорожного движения очень помогают, особенно в таком легком формате. И говоря о топливе, насколько мне известно... У вас в скором времени появится новое топливо. Можете поподробнее рассказать, как оно называется, в чем его преимущество? Мы э, все еще находимся в процессе запуска этого проекта. Мы здесь учитываем международный опыт. Повсеместно везде повышается популярность брендированных видов топлива через использование определенного рода присадок. В этой связи мы изучили французских, немецких, американских производителей присадок для топлива и выбрали для себя производителя из Германии компания Mianox. Для этого мы опирались на сертификаты производителя, на сертификаты, полученные этой компанией в рамках евразийского сообщества. Тем не менее, даже я лично, наши сотрудники, мы участвовали в пробеговых испытаниях, чтобы до конца убедиться, то, что мы представляем нашим клиентам действительно рабочую, хорошую присадку, экологическую присадку для топлива. Эта присадка, ее химические показатели позволяют на 4% более экономично ездить, до 10% выбрасывать в атмосферу меньше вредных веществ. То есть мы для себя здесь приоритет видим. И наш маркетинговый отдел, на мой взгляд, разработал блестящую маркетинговую идею. Это топливо будет называться Тарлан. Мы все знаем эту легенду о Батыре Ертаргыне и о легендарном коне Тарлан, который мог в любой местности, при любой погоде найти чистую воду, пищу, зачастую в этой легенде он являлся таким же важным важным элементом легенды, как и сам Батыр Ертарган. И мы также в своих клиентах мы видим ту синергию между ими и их железными конями, и вот хотим предложить вот брендированное топливо. Под маркой «Тарлан». Ух ты ж. Очень интересно. Но все-таки действительно, а, такое, когда а, сеть АЗК предлагает подобное топливо, это действительно очень а, здорово, потому что, во-первых, это и экологично, и а, экономично. Ну, вплоть, есть там десятки показателей, по которым улучшаются, в частности, ходовые моторные качества, то есть изнашиваемость двигателя уменьшается. Наша присадка по, различным, по ряду различных показателей улучшает само свойство двигателя. Но самое главное, как я уже отметил, это экономичность и экологичность. Ну здорово, здорово. Но еще, насколько мне известно, ваша сеть АЗК предлагает такое топливо, бензин точнее, АИ-100, именно в Астане. Можете рассказать поподробнее об этом бензине? Это очень узкий сегмент. Мы рады, что есть запрос на этот вид топлива. Мы, как уважающая себя сеть АЗК, решили, что именно в нашей линейке продукции должен быть такой продукт, как АИ-100. Он пользуется достаточно большой популярностью среди любителей автомотоспорта, среди любителей зимнего отдыха, там снегоходы, другая специальная техника. Люди автомобили у которых прошли чип-тюнинг по аи 100, они тоже являются постоянными нашими клиентами. Mm, то есть у вас клиенты, которые любят гонки. Автомотоспорт, Автомо да. И, и я думаю, они ответственные люди и занимаются автомотоспортом в, в отведенных местах. То есть мы ни разу не видели, чтобы наши клиенты где-то там заправившись топливом устраивали гонки. То есть, но сегмент этот интересный. И я уверен, с ростом популярности автомотоспорта АИ-100 будет все более и более востребованным видом топлива. Угу. Ну что ж, будем надеяться по крайней мере. И хотелось бы узнать еще, если мы говорим про топливо, сейчас все больше людей склоняются к переходу на электрические автомобили. И, насколько мне известно, вы также строите электрозаправочные станции. Хотелось бы рассказать, сколько их, в чем их преимущество, что вы там предлагаете. Да, мы тоже заметили большой спрос на рынке и большое количество автолюбителей, которые пересаживаются на электромобили. Поэтому, конечно, мы как компания не могли от этого уйти. И в целом наш концепт это следующий. Мы не рассматриваем себя как компания, занимающаяся розничной реализацией нефтепродуктов. Мы видим уже сейчас и в будущем, это абсолютно точно, мы, мы видим наши АЗК в качестве центров мобильности. То есть какой бы вид топлива на данный момент или энергии не использовали автолюбители, мы всегда будем предоставлять именно то, что нужно нашим клиентам. В этой связи в 2023 году мы запустили 19 электрозарядочных комплексов на наших АЗК. В текущем году, в 2024, планируется плюс 15 электрозарядных комплексов по всему Казахстану. В своей концепции мы предусматриваем то, что большинство автолюбителей будут подзаряжать свои электроавтомобили в своих паркингах, либо частных домах. И лишь на короткое время заезжать на наши автозаправочные комплексы в городе для короткой дозаправки. Поэтому в, в городе наши электрозарядные комплексы представлены мощностью 80 кВт-часов. Угу. Это достаточно высокий показатель, тем не менее. Но на трассах мы понимаем, чтобы обеспечить казахстанцев стабильным, безопасным передвижением на большие расстояния и сократить время их зарядки, на трассах мы устанавливаем электрозарядные комплексы мощностью 160 кВт час. Ну, если мы... Давайте перейдем теперь к теме, что АЗК — это не просто сеть автозаправочных комплексов, и туда клиенты приезжают не просто подзаправить свой автомобиль, но еще, возможно, отдохнуть, перекусить и так далее. Насколько мне известно, ваша сеть АЗК «Газэнерджи» предлагает клиентам продукцию, в том числе и выпечку собственного производства. И сейчас, насколько мне известно, она стала под маркой «Халал». Можете рассказать поподробнее, как это произошло, с кем вы сотрудничаете в этом направлении? Вы очень верно подметили, то есть из автозаправочных станций наши объекты переходят как под понимание автозаправочных комплексы, а в будущем это будут центры мобильности. Да, то есть, конечно, Каким бы топливом мы не снабжали бы, какой бы энергией не снабжали клиентов, все равно АЗК на данный момент это место, где человек может немножко отдохнуть от дороги, где он может перекусить, заняться какими-то делами дополнительными, встретиться с кем-то. Поэтому мы большое внимание уделяем качеству напитков, питания, сервису и чистоте на наших комплексах. Также, конечно, мы заметили то, что в Казахстане все большую популярность приобретает сертификация халяль. И это правильно, то есть это дополнительный сертификат качества, помимо религиозной составляющей. В этой связи мы на протяжении достаточно долгого времени искали замену одному российскому производителю, который поставлял на наше АЗК продукцию в виде хот-догов, бургеров и других элементов питания. Поэтому мы, если честно, где-то продегустировали и посетили производство в Казахстане где-то около 10 местных производителей. Мы смотрели, в каких условиях это все готовится, насколько партнер стабилен для нас, какие вкусовые и качественные показатели есть у их продукции. Сейчас мы можем после нескольких лет такой работы с уверенностью сказать, что мы нашли хорошую, достойную замену международному поставщику в лице казахстанского производителя, более того, который производит э, все в соответствии со стандартами халяль. Поэтому на, на наших АЗК каждый клиент, которому это важно, может убедиться и попросить и посмотреть именно сертификат халяль на каждую из продукций, которые реализуются у нас. Угу. Ну, то есть вы помимо того, что а, сами продаете продукцию на своих АЗК, вы еще поддерживаете отечественного предпринимателя? Да, конечно. Для нас это важно. Сейчас геополитическая ситуация такая, то что чем ближе производитель, чем ближе логистика, тем безопаснее, лучше. Может быть, это не всегда дешевле, но это в любом случае это удобнее, безопаснее. Угу. Ну что ж, и в завершение хотелось бы еще узнать про э, все-таки а это такое место, где присутствует фактор некой опасности, да, и хотелось бы узнать, как вы поддерживаете то, чтобы на ваших автозаправочных комплексах было безопасно клиентам? Это очень хороший вопрос. Помимо качественного сервиса, конечно, основной наш приоритет – это безопасность. Безопасность складывается из целого спектра различных работ – прежде всего это планово предупредительная работы. мы достаточно давно перешли на этот на эту манеру работы, да, когда мы не ждем поломок. мы их стараемся предупредить. то есть огромное значение мы придаем к, по контролю за электротехническими устройствами на наших АЗК. Наши станции комплексы они достаточно молодые, тем не менее, мы, как я сказал, ведем плановые предупредительные работы, плюс постоянно у нас не реже двух раз проверка труболиний резервуаров на целостность, на калибровку, на зачистку. Да. Также все топливораздачные оборудование у нас европейского производства с устройствами, которые предотвращают выброс паров бензина в атмосферу во время заправки. Что еще? Ну, самое главное, на все-таки, помимо этого прочего, это человеческий фактор. Мы очень ценим э, и, и считаем своим главным приоритетом это безопасность наших клиентов, наших сотрудников. Поэтому наши сотрудники проходят постоянные тренинги, обучение. Э, достаточно часто у нас э, есть такая, э, мы проводим имитации каких-то техногенных э, Происшествий, поэтому наши, я считаю, что наши комплексы являются безопасными. Наши сотрудники обучены хорошо. Из интересных фактов: в северных регионах в зимнее время зачастую случается возгорание автомобилей из-за неполадок в технических, электротехнических приборах автомобилей. Если автомобиль Находится рядом с заправкой, либо на территории заправки, то наши сотрудники в очень многих случаях предотвратили крупные катастрофы путем своевременного тушения своими силами. Это, это достаточно часто происходит, к сожалению. Ну, это здорово. Все равно, если сотрудник может предотвратить ЧП, то это правильно и здорово. И так должно быть повсеместно. Да. Ну так что ж, за а, Ну, действительно, вот, как вы отметили, это как со здоровьем человека легче все-таки предупредить болезнь, да, чем лечить ее. Намного и дешевле, и экономически эффективнее, все-таки э, заниматься планово предупредительными работами, нежели ждать какого-то выхода из строя. То есть э, простой АЗС это очень дорогое удовольствие. Это огромный удар по имиджу. И самое главное это представьте: во, зимой, если АЗС встала, и клиенты заезжают, она не работает. Это насколько сколько неудобства нашим клиентам? То есть мы стараемся всеми силами избежать таких явлений. Ну что ж, Омар Артурович, спасибо вам большое за интервью. Действительно, очень интересная беседа получилась. Пожелаем только всего самого наилучшего вашей компании и благополучия. Вам, вашим зрителям, тоже огромное спасибо. Ждем вас всегда в гости, как клиентов, как гостей. Спасибо большое. Спасибо, Спасибо большое. Uh, уважаемые зрители, напомню, вы смотрели программу "Интервью" на Тамерканд Бизнес. Всего доброго. Берегите себя.